Известный футболист Александр Киржаков женился. Его избранницей стала дочь сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурге, 21-летняя Милана Тюльпанова. Свои отношения парочка узаконила на днях в Петроградском ЗАГСе. Во дворец бракосочетания приехали только близкие и родственники молодоженов. Милана решила не надевать пышное платье. Для важного события невеста выбрала скромное. После застолья в питерском ресторане Александр Киржаков и Милана Тюльпанова отправились кататься на яхте по Неве. Напомним, что парочка познакомилась прошлым летом, собственно, в момент судебных разбирательств между Киржаковым и его бывшей супругой Екатериной Сафроновой, которая родила ему сына. Экс-супруга мечтает об одном – увидеться с ребенком, так как в октябре минувшего года суд запретил матери участвовать в воспитании сына.